Открыты продажи авиабилетов на субсидированные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск с 1 января 2023 года. Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Вылет рейса из Санкт-Петербурга в 13:00. Прилет в аэропорт Ремезов в 18:25. Обратный рейс прибывает в северную столицу в 20 часов 55 минут по местному времени. Авиакомпания на воздушной линии Санкт-Петербург-Тобольск будет эксплуатировать отечественные Superjet 100, представленные в моноклассной компоновке. 100 мест по тарифу эконом.